Всех приветствую. Хочу познакомить вас с работами, оформлением журнала «Вестник моды» для портних, 1895 год. Вот что написано на одной из страниц журнала. Париж, 21 января, хроника моды. Наша царица моды заснула, наслаждаясь некоторое время вполне заслуженным отдыхом, а в то время, пока она спит, слуги ее, то есть все художники, карандаша и иголки, наклонившись над своей спящей повелительницей, внимательно ждут ее пробуждения. Но она не спешит открывать свои веки. Да это и ни к чему, и не послужило бы так, как все высшее парижское общество оделось в траур по случаю кончины графа Парижского. И поэтому все аристократические салоны закрыли на некоторое время свои двери. Надеемся, что в феврале будет более оживление, иначе Париж рискует заснуть. В то же время, пока все служители моды ждут пробуждения своей повелительницы, оглянемся немного назад на то, что нам принес прошедший 1894 год. Боже, сколько прелестных вещей создано в прошлом году, и все эти вещи и мелочи вполне женственны. В настоящее время, когда многие мужские спорты стали также женскими, английской моды пробовала одеть наших дам в костюмы мужского фасона, но наша грациозная, вполне женственная мода осталась победительницей и не допустила привиться мужским фасоном. Ну вот почему в настоящее время в наших туалетах играет большую роль газ, муслин и кружева. Те немногие женщины, которые начали носить костюмы мужского фасона, отвергли их и стали опять одеваться вполне женственно. Они полюбили опять всякие очаровательные безделушки, такие как тюль, перья, цветы, кружева и так далее. Да здравствует наша мода 1894 года, победившая мужские фасоны, которые начали немилосердно уничтожать все, что возвышает женскую красоту и грацию. Так написано на странице журнала. Смотрим работы. Пока-пока. До свидания.